Давай поговорим про аромат Cut and Sew. Такой высокий, интересный аромат, с интересным вкусом. Расскажи про него, из чего он состоит, почему он такой сладенький тоже. Да. Аромат Heart and Soul – это аромат, который тоже понравится девушкам молоденьким скорее. Он очень приятный. Вообще, мне кажется, что он подойдет очень большому количеству женщин, понравится. Он такой свеже-сладко-ягодный, что ли. Ну, то есть явно это цветочно-фруктовый аромат. Начинается, вот, знаешь, у меня, когда я его вдыхаю, у меня ощущение такое, что все хорошо. Это точно, абсолютно. То есть это аромат из разряда, он несложный. А при том, что у него достаточно богатая сама композиция, но он такой очень Понятно. понятный, да, поэтому он может быть интересен для большого количества женщин, потому что он понятный и на повседневную носку он вполне может подойти. Но у меня больше ассоциации с ним не работа в офисе, а больше ощущение такого выходного дня, прогулок, абсолютно свободного, счастливого состояния. Чувствуется, вот в самой первой нотке чувствовался аромат такой черной смородины, немножко раздавленный, знаешь, такой согретый солнцем. Это такое ощущение, когда действительно ты, например, находишься в саду и распахиваешь окна, сад, и перед тобой цветущие там кусты, кустарники, и вот это как раз на солнце согретая черная смородина, и ты понимаешь, вот оно, лето, вот она, свобода, жизнь прекрасна, все налаживается. Вот этот аромат, который в это состояние просто на один щелчок уводит, Включается сразу. включает полностью, да, состояние беззаботности, состояние легкости, состояние какой-то такой немножко игривости, женственности. Здесь есть романтика тоже в этом аромате. Я думаю, что он очень хорошо будет для девочек, и для девушек, и для женщин, для всех, кто хочет в этом состоянии быть, состояние легкости, такого потока. А сезон для него принципиальный, то есть это Я лето. думаю, нет. То есть можно и зимой, да, одевать наоборот, чтобы было Да, особенно если это состояние такое. ароматный якорь будет, особенно если этот аромат ты будешь использовать, например, какие-то такие летние деньки, а достав этот аромат осенью, Холодной. холодной, да, либо морозы, ты вдруг вспомнишь, как прекрасно было. В каждом сезоне своя красота, а здесь, в данном случае. Отлично, Скорее это. для меня это летний аромат, он не такой сложный. Осенью хочется чего-то более согревающего, зимой тоже хочется чего-то многогранного и сложного. И дай бог, что мы, слава богу, что есть такие ароматы, которые можно зимой тоже носить. У нас в данной коллекции этот аромат ставьте на лето, весну. Ну, в любом случае, его действительно что-то захотелось включить в коллекцию. Пусть он будет, да? Допустим, будет.